готовим фактически готового конструктора, который может идти на предприятие. И буквально через 2-3 года он уже может работать самостоятельно. Чтобы показать, чего добились студенты и выпускники вуза, Виктору Юрьевичу далеко ходить не надо. Музей института – наглядное пособие по истории российской авиации. Сикорский еще рядом не стоял, а вот в том ангаре, в котором вы стояли, собирался вертолет, который назывался «Омега». Правильно, Сережа? Высокие требования – давняя традиция. Ведь от работы этих ребят в будущем будет зависеть не только репутация страны, но и жизни людей, работающих на передовой мировой авиации. Мои выпускают именно оборонных инженеров, которые стоят на защите нашей Родины, потому что это и военная техника, и космическая техника. Ведь когда-то таким же ребятам свою жизнь доверил космонавт номер один и космонавт номер два. После посещения всесоюзной выставки студенческих работ летчик-космонавт, герой Советского Союза Герман Степанович Титов встретился с ученой общественностью Москвы. Сегодня космические разработки являются одним из ключевых направлений и в Московском физико-техническом институте. В начале 50-х его первыми профессорами были нобелевские лауреаты Петр Капица и Николай Семенов. Именно Петру Капице вуз обязан оригинальной подготовкой специалистов, так называемой «система физтеха». В ней сочетаются фундаментальное образование, инженерные дисциплины и научно-исследовательская работа студентов. А подготовку по специальности на техническом оборудовании проводят лично научные работники базовых институтов. Особенно в рамках открытых наших образовательных инициатив проводим эксперименты образовательные, которые помогают нам понять, а какие из новых технологий могут быть применены в условиях суровой российской действительности, какие нет. А вот посещение теоретических лекций чаще свободное, чем принудительное. Основной акцент в МФТИ делают на собственные научные разработки. Создано и запущено мобильное приложение для этого видеолектория, которое позволяет закачать лекции там, на мобильный телефон, на iOS или на Android, и уже там, в дистанционном режиме, предварительно закачав в метро, например, едя на базу, изучать те же лекции по теоретической физике. Другими словами, из ребят в вузе готовят не столько теоретиков, сколько практиков. Студенты проходят обязательную практику в научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро. К примеру, в Центральном научном институте Роскосмоса и ракетно-космической корпорации «Энергия». А также занимаются созданием программного обеспечения для Международной космической станции. Но на физтехе признаются, иногда самое сложное не покорить космос, а заинтересовать им молодежь. И третье – это действительно все-таки подвижническое, довести до людей вне физтеха информацию о том, чем мы занимаемся, и дать возможность обучаться самостоятельно. Поэтому будущих студентов МФТИ готовят буквально с пеленок. При вузе работает специализированный лицей, по-настоящему элитарное заведение. Ведь берут сюда только самых смышленых первоклашек. Мы изначально готовились в такую школу. Мы ходили, занимались преподавателем, мы не ходили в детский садик. Вот, и обнаружился талант, необычный склад ума. Марина сама выпускница физтеха. Ее муж и вовсе там преподавал. Когда у их сына Андрея в 3 года заметили талант к нестандартному решению простых задач, его стали готовить к еще таким далеким вступительным экзаменам. Физтех может пригодиться везде. Вот, например, мой брат, он стал архитектором, хотя закончил факультет общеприкладной физики. Как мне кажется, что физтехи, в принципе, если посмотреть на общую статистику выпусков, они есть в любой профессии. Сам Андрей, конечно, пока не очень отличает физику от химии и говорит, что больше всего любит лабораторные работы. Опыты всякие. Ну какие? Ну какие-нибудь там бабахи. Ну когда химия какая-нибудь выходит. А вот его одноклассница Пелагея уже четко формулирует планы на жизнь. Моя сестра Дарья закончила институт МФТИ, а я планирую пойти в институт МФТИ тоже. В семье Пелагеи выбирать науку тоже традиция, как и у многих здесь. Здесь самые образованные учителя. Здесь училась моя сестра. И еще я хочу поступить в институт. Закончить школу с золотой медалью. Ведь куда еще на 1 сентября может заглянуть, например, губернатор Московской области или нобелевский лауреат, открывший графен? Я занимаюсь наукой, потому что мне это нравится. Мне нравится приходить утром
на работу делать что-то, а вечером уходить с новым знанием. Имя Константина Новоселова теперь знает весь мир, а его графен уже широко используется в электронных приборах и привычных девайсах. Но когда-то он был рядовым выпускником МФТИ. Через пару поколений iPhone, скажем, будет изогнутым. Для этого нужны материалы, которые прочные, проводящие, гибкие, тонкие и прозрачные. Графен – один из таких материалов. И все же, когда тебе 6 или 10, космическая наука куда интересней, когда можно увидеть и потрогать. А это можно сделать на открытом уроке в Музее космонавтики. Здесь, как нигде, космос становится ближе, потому что школьники могут увидеть не только скафандры и прогуляться по космической станции, но и найти ответы на трудные вопросы по биологии, географии, истории, физике, геометрии. Да что там точные науки? Простые вещи могут удивить. Сегодня я пошел сюда с классом на экскурсию на музее, чтобы узнать, что космонавты делают в космосе, какая у них работа, сколько они подготавливаются к вылету. Здесь есть настоящие и макеты кораблей, станций, тренажеры, еда космонавтов, научные эксперименты, как они проводили. Поэтому такие уроки проводят не только для учеников лицея физтеха МФТИ. Сюда приводят всех. В роли одного из таких добровольных экскурсоводов теперь можно увидеть и героя Советского Союза Александра Ломейкина. Хотелось бы, чтобы ребята к нам побольше приходили, а то у нас голод в полном смысле этого слова. Нам не хватает космонавтов. Даже мы были вынуждены, Роскосмос, вернее, был вынужден объявить набор через интернет. Ребята через интернет пришли, прошли медкомиссию. Вот, и сейчас готовятся к полету. Он может часами рассказывать, каково это на запредельной скорости возвращаться на Землю и ждать, когда раскроется парашют. Пускаемый аппарат балансируется, ходит под определенным углом. Но если все нормально идет в атмосферу, начинает гореть, все горит, обшивка горит, потому что температура 2000 градусов по Цельсию. Вот. А потом ждешь срабатывания парашютной системы. И про то, что им действительно снится не рокот космодрома, а шум дождя и рыбалка. А наша планета после полугодовой разлуки пахнет травой. Это запах полыни. Если эта посадка происходит летом, или весной, или осенью, то, как правило, это в Казахстане, в степи, открывается люк. И вот мы эти запахи, от которых мы отвыкли, в космосе пахнет железом, в космосе пахнет резиной, в космосе там, извиняюсь за выражение, много чем пахнет, вот, а здесь такой запах травы, вот это. Благодаря этим рассказам мальчишки и девчонки снова начинают мечтать. Им хочется стать не менеджерами и клерками, а космонавтами. Ведь до сегодняшнего дня о небе они узнавали по большей части из голливудских фильмов и телевизионных передач. Я очень много видел передач, видео, как космонавты в космосе, работали в космосе. И меня удивляет то, что они очень много тренировались. Там по 8 лет, больше. Теперь хочется увидеть все своими глазами. Разработать собственный план покорения бесконечности, который непременно начнется в одном из двух лучших вузов страны, связанных с космическими разработками. Чтобы стать космонавтом, нужно мне очень много знать, тренироваться. Я люблю математику, физру. И кто знает, быть может, маленький шаг этого мальчика станет очередным большим шагом для человечества. Глядя на студентов МАИ или школьников лицея МФТИ, становится понятно. Быть первыми в космосе для российской науки и образования – дело государственной важности. Ведь это именно наш великий конструктор Сергей Королёв 12 апреля 1961 года сказал «полный подъем», а Гагарин ответил знаменитое «поехали». И эти слова – наше послание из прошлого будущему.